Но мои глаза говорят мне, что скорее солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник. Простите меня, Холмс. Вы человек острого ума, это сразу видно. Вы превосходно знаете химию. Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику? Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл. Вы что, хвастаетесь своим невежеством? А вы, Ватсон, вы можете отличить грязь на Риджент-стрит от грязи на Пикадилли? Или пепел гаванской сигары от пепла манильской? Или можете мне сказать, что написано в третьем параграфе уложения о наказании к Британской империи? Можете? Но ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый. Но я-то не каждый. Ватсон, поймите, человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно. Учение Коперника, по-вашему, хлам? Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. Как, допустим? Земля вращается вокруг Солнца, но мне в моем деле это не пригодится. Как ужасно было бы жить в мире, где не с кем было бы поговорить о поэзии, о живописи, о политике. Где каждый знает только то, что ему нужно для дела. Ватсон! Извините. Мистер Ватсон. Ватсон, я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. Доброе утро, сэр. Доброе утро. В чем дело, джентльмены? В чем дело? Вы куда? Вы куда идете, сэр? Куда? Мы пришли к мистеру Холмсу. Ватсон, это ко мне.
Доброе утро, джентльмены. Доброе утро! Не дождались меня. Голод сильнее мужской солидарности, а? Ну ничего. Ничего. Я вас скоро догоню, и потом мы сыграем в шахматы. Вы играете в шахматы? А ваш посетитель? Посетитель? Старикашка. Он ушел. Ушел? Да-да, ушел. Я не видел. Миссис Хадсон, вы не видели, выходил ли от мистера Холмса такой старик? Какой старик? Такой отвратительный, в грязных лохмотьях. Нет, не видела. И вообще, мистер Ватсон, я стараюсь никогда не смотреть, кто выходит, кто приходит к нему. И вам не советую. Ватсон, заходите, Ватсон. Заходите. Скажите, Ватсон, вам никогда никто не встречался из этих милых джентльменов? Проверьте вашу наблюдательность. Кто это? Это мои хорошие знакомые. Я с ними не знаком. Прошу вас. Я уверен, что мои услуги вам больше не понадобятся. Пожалуйста, прямо вот в эту дверь. Теперь вы можете быть совершенно спокойны, ваша светлость. Что это вы там едите, Ватсон? Омлет, какая мерзость. Бросайте это и одевайтесь. А в чем дело? Мы едем с вами ужинать в ресторан Феррари. Будем есть перепелов и пить шато-роз. Я сегодня богач. Спасибо, я сыт. Миссис Хадсон! Вам не кажется, что мистер Холмс загадочный человек? Нет, мне не кажется. Мне не кажется. Вообще, я предпочитаю его не обсуждать. Я тоже. А почему вы говорите шепотом? Ведь его нет дома.